У домов частного сектора сейчас уже не найдешь маленьких мусорных баков. На смену им в поселок Никитинский пришли большие и вместительные бункеры. В поселке Никитинском была произведена замена индивидуальных маленьких контейнеров, а также контейнеров муниципального значения на большие контейнеры объемом 7,6 кубических метров. Поскольку Никитинка очень далеко находится от города, плюс ко всему гораздо дальше относится к полигону, расположена дальше от полигона, поэтому вывоз индивидуальных контейнеров здесь нежелателен. Поэтому не вывозим индивидуальный, вывозим только бункеры. Именно бункеры позволят сделать поселок более чистым и благоустроенным. Раньше работа по вывозу мусора была нерегулярной. Маленьких контейнеров не хватало. И как грибы после дождя росли несанкционированные свалки. Да и техника зачастую не всегда могла подъехать к такому баку, так как жители не обеспечивали в полной мере подъездные пути к своему контейнеру. Содержание прилегающей территории у большого бункера – забота коммунальных служб. Установка больших бункеров на общественных территориях поселка Никитинский позволит обеспечивать подъездные пути в рамках муниципального контракта, который будет заключен с подрядной организацией. Это позволит соблюсти график регулярный, это позволит навести чистоту в поселке. Жители также могут принять участие в новом коммунальном проекте. В частности, в выборе территории, где будет установлен бункер. Удобно и комфортно должно быть всем. В случае, если мы будем их переносить с места на место, там кому-то не нравится, мы сюда поставили, потом сюда поставили, это не позволит нам определиться с конечным объемом по благоустройству. Поэтому мы призываем жителей отнестись к этому серьезно, потому что от вашего мнения тоже очень многое зависит. Сейчас первое время, конечно, люди привыкли, что возле каждого дома стоял контейнер, а теперь далеко. Каждый день звонки, каждый, ну, объясняем, говорим, подождите, в течение месяца найдем, определимся, где место конкретно, принимаем все заявки. Индивидуальные контейнеры, которые принадлежали муниципалитету, они никуда у нас не делись. Они у нас сейчас находятся на реставрации, проводятся ремонтные работы, покраска, где-то шпаклевка, где-то сварка. И будут выставляться на территорию городского округа, основной части городского округа. В случае, если у кого-то из жителей Никитинки есть индивидуальный контейнер, который, в принципе, им не нужен, мы с радостью их примем в том состоянии, в котором они есть. И вы своим добрым жестом позволите кому-то в городе иметь свой контейнер. В общей сложности в поселке Никитинский будут установлены 22 новых больших бункера. Анна Кириллова, Александр Иванов, Ленинск ТВ.